у меня. Нагревается и уходит в аварию. Куда-то там. Набрать в поисковике, вы знаете, рабство, насилие,
почему до сих пор эта проблема не на слуху, почему они так мало говорят, почему медиа это тема, которая часто видит. Мне чуть другое мнение, и вот повторюсь, что если эта проблема была актуальной во все времена, давайте обратимся к такому источнику, как Кавказский пленник, либо Толстого, тогда же появилась Кавказская война, в 19 веке, не важно, это основа. Ну, в самом деле, вы представляете. Да, да, да. Мне кажется, что как раз таки наоборот, что эта тенденция очень
связь у них другая несколько, да, иная ситуация. Они имеют родственников и, в общем-то, в принципе, наверное, как-то да, там... Да, здесь непрофессионально прибил, не наблюдал за ним, он же сам... Ну, просто грозно. Да. Это, видимо, у него какой-то разговор, но следствие покажет, что тут ему сколько говорят. А вы такой же следствие будет вообще доведено до конца? Да, 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 информационное влияние общества, да, такого, что сейчас и блогеры обратили на это внимание, и государственные, печатные электронные СМИ. Я думаю, здесь однозначно будет доведено, причем самый такой эффективный файл. Как будут работать с
тяжелее будет. И мы как-то значит, чтобы не бояться жить нормальной жизнью. Приезжайте к своим родителям.
встречаться с друзьями и в целом чувствовать себя защищеннее. И поэтому я прошу вас, давайте будем ответственными перед собой и своими близкими. Чтобы комфортнее и безопаснее жить, прививайтесь. Только так мы сможем сохранить свое здоровье и защитить окружающих людей. Слушайте в нашем эфире. Российский радиоуниверситет. По будням в час дня по Москве. Исследование прошлого и достижение будущего. Слушайте на Радио России. Радио России. Астрахань. Слушайте на частоте 104.5 FM. Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы. ООО «Национальный центр здоровья Москва», Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 24. УГРН 116-774-682-43-54. Сегодня в нашей студии особенный гость. Этот человек, утверждает, знает секрет уверенности в завтрашнем дне и готов поделиться этим рецептом с нами. Я приветствую специалиста в области здорового образа жизни Оксану Румянцеву. В современном мире нам не хватает стабильности. Мы живем в постоянном стрессе. Колеблемся, переживаем, думаем, где поработать, какую работу выбрать, как все успеть и хватит ли на все это здоровье. Вот как раз со здоровья и надо начинать. Да, но это самое сложное, ведь даже с обычной головной болью не всегда легко справиться, а с возрастом все усугубляется. То и дело, от погоды давление скачет, а об инфарктах и инсультах и вовсе не хочется думать. Вы знали, что почти половина всех смертей в нашей стране вызваны болезнями системы кровообращения? Не авариями, катастрофами, несчастными случаями или отравлениями, а инфарктами, инсультами, закупоркой сосудов и прочими проблемами с кровеносной системой. К сожалению, от подобных диагнозов не застрахован никто. Как не упустить момент? Что должно насторожить? Начинается это чаще всего с обычных скачков давления, с набора лишнего веса. Тогда холестериновые бляшки сужают просвет сосудов, с привычных стрессов, которые запускают необратимые механизмы, и в итоге могут привести к самым печальным последствиям. Растет риск кровоизлияний и образования тромбов. Повышается артериальное давление. Это можно сравнить с передавленным водяным шлангом под напором воды. С одной стороны затор подача воды прекращается, а с другой шланг надувается и лопается. Представляете, это же катастрофа. Причем это случается не только с пожилыми людьми, но и в 30-40 лет. Вы представляете, насколько велика группа риска? Вот почему так важно обезопасить себя и свои сосуды. Помочь им справиться с растущей нагрузкой, подготовить к эффективной работе. А какой способ вы предлагаете? Есть интереснейшая разработка немецких ученых. Этот уникальный продукт называется Артериал. Он был создан специально, чтобы помогать снизить давление до возрастной нормы, влиять на эластичность сосудов, на кровоток, служить для профилактики тромбозов и снижать риск развития инфарктов, инсультов и других опасных состояний. Я сразу же назову телефон бесплатной горячей линии, по которой вы можете узнать еще больше об артериале. 8-800-100-01-33. 8-800-100-01-33. А как же действует артериал? Секрет эффективности этого продукта в уникальном биологически активном составе. Основное действующее вещество здесь – это флавонол, мощнейший антиоксидант, полученный из натуральных какао-бобов. Научные исследования доказали, что именно флавонол и какао способствуют нормализации кровяного давления, улучшают функцию всех наших сосудов, от главных артерий до мельчайших капилляров, помогают восстанавливать внутренние стенки сосудов, делают их эластичнее и прочнее. Тем самым флавонолы снижают нагрузку на сердце, которое появляется с возрастом, когда наши артерии становятся жестче, падает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и вся наша кровеносная система начинает работать лучше, качественнее. Как же действует флавонол? Флавонолы какао-бобов стимулируют синтез оксида азота. Это соединение способствует релаксации и расширению сосудов, а также снижает уровень плохого холестерина. Кроме того, флавонолы помогают уменьшить слипание тромбоцитов, а значит, снижает образование тромбов. В
Все вместе это позволяет улучшить кровоток и нормализовать давление, получая устойчивый и стабильный результат. А чем-то подтверждено это положительное влияние? Конечно. Испытания проводились в Италии и США и показали, что артериал помогает снизить давление до его возрастной нормы. Артериал влияет на проводимость сосудов. Его компоненты способствуют улучшению функции сосудистых стен и в целом сохранению правильной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в ходе испытаний было зафиксировано снижение верхнего давления на 12 мм, а нижнего на 7,8 мм. То есть всего за 2 недели люди с артериальной гипертензией смогли улучшить свои показатели. И это без лекарств, ведь артериал – это 100% натуральное средство для естественной помощи вашему организму. А в России исследования проводились? Разумеется, и результаты также более чем хорошие. Компоненты артериала направлены на улучшение самочувствия в целом. Они способствуют сокращению частоты скачков давления, снижению повышенного сердцебиения. При этом противопоказания сведены к минимуму. Перед употреблением продукта рекомендую проконсультироваться со специалистом. Я напомню, что если вы хотите узнать больше об этом уникальном продукте, звоните на бесплатную горячую линию 8 800 100 ровно 0133. Наши консультанты ответят на все вопросы. 8 800 100 ровно 0133. 8 800 100 ровно 0133. Узнавайте подробно. Оксана, вот если проблем с сосудами и сердцем нет, есть смысл употреблять артериал, чтобы была возможность избежать этих? Артериал может оказать поддержку не только при проблемах сердечно-сосудистой системы, тромбозах, атеросклерозе и других затруднениях, но и тем, кто просто хочет сохранить, поддержать и улучшить свое самочувствие и работу кровеносной системы. Флавонолы, которые содержатся в артериале, оказывают мягкое, благотворное воздействие на увеличение кровотока, а значит и на снабжение головного мозга кислородом. Это влияет на память, когнитивные функции, работоспособность, стрессоустойчивость, нормализует сон. Так получается, артериал может оказаться полезен не только людям с артериальной гипертензией, но и большинству из нас это может быть хорошей профилактикой, правильно? Да, именно так. Ведь артериал не содержит никакой химии. Это натуральный мягкий продукт, при этом с подтвержденным укрепляющим воздействием на наши сосуды. Профилактика всегда лучше лечения последствий. Как говорят в народе, знал бы, где упаду, соломки бы подстелил. И это как раз тот случай, когда вы знаете, где подстелить солому и как подстраховаться. Артериал – путь к стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Именно проблемы сосудов приводят нас к таким серьезнейшим последствиям, как инфаркты, инсульты, тромбозы и прочее. О своих сосудах нужно заботиться заранее, не доводить до критического состояния. Основная задача – сохранять эластичность сосудов, их проходимость и не допускать сбоев в работе кровеносной системы. Звоните на нашу горячую линию 8 800 100 ровно 0133. Наши консультанты расскажут больше об артериале 8 800 100 ровно 0133. А что происходит в организме, когда мы начинаем употреблять артериал? Артериал дает возможность снизить нагрузку на сердце и уменьшить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Не зря немецкие ученые рассчитали так называемую модель, которая широко используется для оценки 10-летнего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, согласно этому исследованию, потребление фаворитов снижает этот риск на 22%. Уменьшается на 31%. Какие проблемы сильные были? Надеюсь,
я лично 22 года требую. Журналисты подтвердят. На моем кабинете висело 22 года. Никаких рукопожатий, никаких объятий и поцелуев. Национальный календарь профилактических прививок в России включает вакцины против 12 инфекций и еще 23 опасных заболевания, включены в национальный календарь по эпидемическим показаниям. В частности, речь идет о вакцинации против кори, краснухи, кукуша, гриппа, туберкулеза, дифтерии, спутника и полиомиелита. НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы по Азию и направить в регион потоки афганских беженцев. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
атаке. Об этом заявил главный тренер россиян Валерий Карпин после победы российской команды со счетом 2-1. Сборная России поднялась на первое место в группе с 19 очками и гарантировала себе как минимум стыковую матч для того, чтобы сыграть на чемпионате мира в Катаре. Арбитр Евгений Кукуляк, назначив пенальти в воротах Самарских Крыльев Советов в матче 10-го тура чемпионата России по футболу против московского «Динамо». К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза. Также РФК признала неправильным решением бригады арбитров по главе с Владимиром Москалевым не назначать 11-метровый удар в ворота ЦСКА в конце встречи 10-го тура российской премьер-лиги против Краснодара. ЦСКА сыграет домашний матч регулярного чемпионата баскетбола Евролиги с «Зенитом» без травмированных центрового Николы Милутинова и атакующего защитника Мариуса Гривениса. Об этом сообщил клуб на официальном сайте. Поединок 3-го тура Евролиги состоится во вторник. Начало матча в 20:00 по московскому времени. Российскую команду «КамАЗ Мастер» на ралли-марафоне «Дакар» в 2022 году представят экипажи Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева, Антона Шубанова и Андрея Карпинова. Об этом сообщает пресс-служба гоночного коллектива. «Дакар» в 2022 пройдет со 2 по 14 января. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Здесь сегодня 12 октября, вторник.
самое веселое. Можно бросить курить.